Устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные займы до зарплаты. Началась российская тренировка по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления. Она пройдет во всех регионах страны и продлится 3 дня с 1 по 3 октября. В ходе масштабной тренировки в республике будет отработан целый комплекс мероприятий. Это оповещение, сбор руководящего и личного состава органов управления, также уточнение планов гражданской обороны и защиты населения, порядок проведения эвакуационных мероприятий в случае ЧС. Вместе с тем, специалисты уточнят наличие запасов материальных средств и порядок их выдачи, а также выполнят другие мероприятия. Так, сегодня в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне федеральные, региональные силовые структуры Тувы провели смотр спецтехники и служб гражданской обороны на территории материально-технической базы МЧС, расположенного в микрорайоне «Спутник» города Кызыла. Данный модуль предназначен для медицинского персонала, так и как психологам, чтобы оказывать людям медицинскую и психологическую помощь. Лагерь временного размещения во время ЧС также был развернут на осмотре спецтехники. Группа узла включает в себя спутниковую связь. Посему пункт можно развернуть в любой точке планеты. Здесь есть все: помещение для отдыха, медицинский пункт, уборная и столовая. В данном модуле находится комната для приема пищи. Тут люди могут принять горячий чай, также суп горячий. Комплектация, как видите, стандартная: столы, стулья. Оценить готовность и техническую укомплектованность министерств и ведомств республики прибыл и Аяс Чуданол, заместитель председателя правительства Тувы. Осмотрев спецтехнику, он пообщался и с сотрудниками, которые также каждый день несут службу, а в случаях ЧС ликвидируют последствия. 12 человек, 2 офицера, группа, оперативная группа, 2 человека, группа охранения въездного КПП на охраняемой территории, и 2 человека, группа охранения штаба. Остальные люди сейчас как точные. И, соответственно, в данный момент стоит 6 человек, это резерв. Мы сегодня провели заседание КЧС, комиссии по чрезвычайным ситуациям республики провели. Определили фронт работ, то есть мероприятия определили, задачи поставлены. Вот все службы сегодня присутствуют, и службы ГО ЧС, республика ЛАН, управление МЧС, МВД, Республики Тува и все остальные министерства, и, конечно же, контрольно-надзорные органы. Стоит отметить, что в выставке приняли участие санитарно-эпидемиологическая служба Тувы, которые развернули импровизированную зону карантина. Всего в построении задействовано более 20 единиц техники и 100 человек личного состава. Это аварийная служба Кызыла, подразделения Роспотребнадзора, ГИБДД и аэромобильных групп Главного управления МЧС и Росгвардии. По информации, на 1 октября в Кызыле к центральному отоплению подключены все 405 многоквартирных домов. Управляющими компаниями продолжаются работы по регулировке системы отопления, чтобы тепло поступило в квартиры равномерно. Выпуск воздуха из батареи в целях циркуляции теплоэнергии, другие работы по обеспечению тепла в квартирах. Однако в минувшие выходные Кызылская ТЭЦ выявлены нарушения по следующим адресам. Это улица Крылова, 1А, улица Красных Партизан, 1,7, улица Энергетиков, 7, 11 и 13 дома, улица Красноармейская, 237. Таким образом, в многоквартирных домах на данных адресах временно приостановлена подача тепла, проводятся работы по устранению замечаний ТЭЦ. Работы завершатся к концу текущей недели, как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе мэрии Кызыла. Количество поступления заявок от горожан на устранение неполадок по системе отопления значительно уменьшилось. В Уголовно-процессуальный кодекс России 1 июня текущего года были внесены существенные изменения, точнее, внесена новая часть, согласно которой судьи районного суда рассматривают уголовные дела с участием коллегии из 6 присяжных заседателей о преступлениях. При этом ранее по указанным статьям обвиняемые лица не имели права заявлять ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Указанными изменениями в уголовно-процессуальное законодательство простому народу дана возможность примерить на себе роль суда, то есть разрешать судьбу лиц обвиняемого в совершении убийства, поскольку коллегия с присяжных заседателей набирается из числа простого народа. Кандидатам в присяжные заседатели направляются извещения о явке в суд и в назначенное время с всех набирается и сама коллегия. Кроме этого, следует отметить, что время, затраченное присяжными заседателями на рассмотрение дела, полностью возмещается государством, то есть работа присяжных заседателей оплачивается. Так, на практике Барнухемчикского районного суда 25 сентября впервые назначено рассмотрение дела с участием присяжных заседателей, поскольку обвиняемый подал ходатайство
ходатайство о рассмотрении дела коллегией присяжных заседателей. Судебное заседание назначено на 25 октября. К этому времени суд обязан пригласить в суд 70 кандидатов, присяжные заседатели, из которых в ходе судебного заседания выберет коллегию. В минувшие дни рассмотрен проект основных параметров прогноза социально-экономического развития республики. В этом году впервые рассматривается прогноз не за 3 года, как это традиционно происходило, а сразу на 6 лет до 2024 года. Прогноз основан на предпосылке достижения национальных целей развития, заложенных в майском указе президента. Основные параметры сформированы в 2 вариантах в соответствии с порядком разработки прогноза и бюджетным процессом. Первый вариант – это базовый, ориентирован на стабилизацию экономики и социальной сферы республики, выполнение социальных обязательств и предлагается в качестве основного для формирования республиканского бюджета. Второй целевой сценарий базируется на влиянии инвестиционных вложений в экономику региона и реализации проектов. В разработке прогноза принимают участие 6 органов исполнительной власти региона по показателям демографического развития, валового регионального продукта, промышленного производства, в том числе пищевое, перерабатывающее сельского хозяйства, строительства и водожилья, также развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиций и рынка труда. И о курсах валют. Доллар стоит 65 рублей 57 копеек, евро 75 рублей 98 копеек. Георгий Дронов, Андрей Кайков, Галина Данилова и Эдуард Радзюкевич в комедии «Любовный пасьянс». 16 октября в Национальном театре. Травы Тувы сохранили рецепт пантового бальзама «Бойдус». Мы улучшили вкусовые качества путем добавления ягод и ароматных трав, сохранив при этом все полезные качества, которые дарует нам природа. Консервантами являются сахарозаменитель и сахар. С бальзамом «Бойдус» всегда красота, положительная энергия и сопротивляемость к невзгодам. Продукт пастеризован. Магазин «Травы Тувы». Чульдум 44. Овавиол. В целях обеспечения безопасности школьников, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними на территории республики объявлен месячник. В план проведения включены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, по безопасности детей на водных объектах, также антитеррористической и противопожарной направленности. В рамках месячника безопасности будут дополнительно приняты меры по усилению профилактических мероприятий с детьми и родителями, направленных на актуализацию знаний о правилах и нормах безопасного поведения детей в образовательных организации, в быту и на улице. Будут проведены практические занятия по отработке действий обучающихся сотрудников в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Будут организованы также выставки детских рисунков, плакатов по безопасной культуре поведения учащихся и воспитанников. В школьных же библиотеках будут организованы и проведены выставки книг, газетных и журнальных публикаций по вопросам безопасного поведения детей. Третьего октября психиатрическая служба республики проводит День открытых дверей для пациентов и их родственников, а также для всех желающих. Мероприятие приурочено к Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября с целью оказания информационной, консультационной и психолого-психиатрической помощи. Приемы ведут клинические психологи в диспансерном отделении Респсихбольницы и в Центре психического здоровья детей и подростков. В День открытых дверей специалисты ответят и окажут консультации, касающиеся проблем и вопросов, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни. Завтра проводится День открытых дверей. Могут обращаться с любыми проблемами психологическими, семейными проблемами. Консультируют у нас клинические психологи, психотерапевты. Также принимают логопед и психиатр, врачи-психиатры. Также будет консультация на горячей линии по телефону, то есть и по телефону доверия, и просто по телефону консультация психиатра, психолога. «Заправляйся на радио» – по таким девизам проходит одноименная акция на радиостанции «Голос Азии». Ежедневно ведущие дарят своим слушателям по 10 литров бесплатного бензина от партнера АЗС «Сибпродукт». После условного сигнала по радио участник отправляется на Калинина 27-1, где и расположена заправка спонсора. Кто приехал первым и назвал условно оператору фирменную фразу «Заправляйся на радио», тому и подарок. Главное условие акции – наличие фирменной наклейки радио.
Отправляйся в город Сами. Мы находимся на втором этаже здания Дома быта. И прямо здесь и сейчас состоялось открытие школы ментальной арифметики и курса скорочтения. Ментальная арифметика – это одна из самых молодых и перспективных методик детского образования. Она способна развить умственные способности ребенка настолько, что любые арифметические задачи станут для него простым и быстрым вычислением в уме. Кроме того, такие занятия хорошо развивают детскую память, воображение и логику. А это, пожалуй, самое главное. Сегодня очень важный для меня день, так как открыла вторую школу ментальной арифметики и курс скорочтения и развития памяти детей с 4 лет. В честь открытия школы весь октябрь действует скидка. Принимаем детей с 4 до 16 лет. Наши двери всегда открыты для вас. Записаться на занятия или задать интересующие вопросы вы можете по телефону 8 923 383 43 38. Школа ментальной арифметики расположена по адресу улица Кочетова, 35, здание Дома быта, второй этаж. Приходи, это твоя школа. Спонсор прогноза погоды – «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов и в более чем 80 городах России – от Камчатки до Калининграда. Переплата по займам – такая маленькая, совсем малышка. «Отличные наличные» – ну очень маленькая переплата по займам. По республике облачно, с прояснениями небольшие, умеренные, местами сильные и очень сильные дожди, мокрый снег. В Кызыле облачно, с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 8, плюс 10. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, ну очень маленькая переплата по займам. В новом номере еженедельника Тува ТВ-Инфо читайте. Кызыл выбрал главу города. Болезни, которыми чаще всего болеют жители Тувы. Тува не ограничивается лишь своими интересами в плане туризма. Видимо, кое-кому тяжело было донести мусор до контейнера. В Венгрии прошла презентация фильма о шамане из Тувы. Еще не во всех квартирах появилось отопление. Как быть? И еще много интересного. А также тибетский календарь, погода, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрыша лотереи, ТВ-программа, недвижимость в отдельном блоке. Блоки и огромное количество объявлений. Если объявление, то Тува ТВ-Инфо.